Друзья мои, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на славный мукбанг. У нас сегодня щи и шашлычок с огурчиком, с помидорчиком. Домашнего приготовления. Наконец-то. Снимаю у сестры дома. Я очень люблю щи из квашки. Это из свежей капусты. А я, знаете, что не вела? Кусок хлеба, секунду. Вытащила хлебушка. Про хлебушек забыла. Как же без хлеба жить-то? Так, зеленый лучок. Немножко он, конечно, что-то взгрустнулось ему, лучку. Подвял он чутка. Всем приятного аппетита, друзья мои. А то шашлычки вчера ездили, короче, на природу. Морская капуста. Из фикс-прайса. Как у вас дела? Как настроение? У меня замечательно. Отдохнули? А просто душевно. Душевно. Сегодня ночью стартуем домой. В ночь уезжаем, уходим в закат. Вы любите такую капусту? Я знаю, что зеркалит морская капуста. Поджаренная солененькая. Лист ноли. На следующий год мы еще поедем туда и еще куда-нибудь. Обязательно. Ням-ням. Очень хочется кушать. Киса Марфа. Марфочка тут у меня. Кошечка. Друзья, очень давно у меня в плане есть снять мукбанг из столовки у нас там, которая в моем городе. Вот мы приедем, я сгоняю, съезжу, сниму. Очень вкусная столовка, там очень вкусно кормят, готовят. И выпечка обалденная. Еще есть в планах у меня ездить в Питер на Камчатку.
туда, где работал Цой, Виктор Цой. Очень хочу. В его кочегарку. Может быть, кто-то из вас знает. Может быть, кто-то из вас знает адрес. Если знаете, напишите. Лук такой, знаете, с люка. Обалденный суп. Что скажу, свои впечатления о Москве. Ну такое, я бы не жила в Москве. Вот приехать, посмотреть, что там можно. Погулять, пофоткаться. Но жить... Жить не. А! Это у меня и курица, и свинина. А вы любите шашлычок? Движуха, вот я вот как, я водитель, да? У меня большой стаж вождения. Ездить по Москве — это жесть. Это надо быть, надо иметь наглость 10 левела, чтобы ездить в Москве на машине. Надо где-то быстрее ёркнуть, быстрее куда-то влезть, откуда-то вылезти, куда-то залезть. Это капец, я вся вспотела уже. Здесь 30-ка, короче, в теньке. Уже видно, что по мне уже пот течет. Ложка с папиного дома, где я ела еще маленькая совсем, взяла себе. Вот это ням-ням. Тоже, по-моему, курица. Шашлычочек. Была, короче, курица и свинина. А, это свинина. Ну, у вас как дела? Может быть, вы куда-то ездили в этом году отдыхать? Очень жарко. А я уже наелся. Зато дома
Наконец-то домашняя еда. Не без волос, конечно. Ну все, ребятка, спасибо, что покушали со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь, можете не подписываться. Всем буду очень рада. Всем спасибо, всех обняла. До новых встреч, пока-пока.